Салют всем, с вами Мастхэт, и Гонфлат дропнул альбом Voodoo Child. Давайте послушаем первые 5 треков, это у нас будет первой частью. Так, что там, вебка в фокусе? Вебка в фокусе, все хорошо. Давайте первый трек «Зеркала», Visa Gang Beats, окей, let's go. Какое чудесное небо в Эрскриге, землю усеяла птицами в миг. Нет никого, куда не погляди, я не хочу веселиться один. В черные дыры ключи, заблудшая душа дитя луны. В поисках тишины, сенсоры напряжены. Брожу меж обитых и типа живых, эй. Крик над куч мертвений, все без изменений, под них измерений. Инвестир мой разов, сир положений, за плечами тень, замечали теле. Пеп снял свет, портмел, не соревнуй, спек, спек, принцент, слеп, но кэнбек. Тень и след, не слышь смех. Зеркал, нет кого, где бы я не искал. Куд не гляжу, так себя. Нет ни окон, деренька врат. Да смог срыгнуть свои мысли отврат. В голове ват, я хочу обратно. Но чувствую, что не обрадует правду. Тяжесть отрад не поможет отрад. Я лечу лучами кислоты, лучами скорости. Чай и кофе, отчаянный молодости. Сигареты наклонности, хочу бежать на порюк невесомости. Что мне предложит пошлёбанный мир? Кроме пафа, кроме рукопожатий. Планов на будущее с меня хватит. Но голоса сзади мне шепчут друг речи о помощи. Звезды покажут, путь луна укажется. Тем, кто отважится, да мне так кажется. Кратеры ночи в глазницах. Блин, как-то... Звучит-то это интересно, но вот что-то не совсем цепляет, это прикольно, безусловно. Эй, кур дерьмо, вижу ничего важного. Вижу себя, где же друзья? Пальцами рву веки, вспомнить то я. Птиц над небом размерла. Эй, собрался с духом, разбил зеркала. Эй, я. Да. Что-то первый трек как интро, наверное. Блин, ну звучит прикольно, мне нравится, и как он подает. Но вот не цепляет это. Не хочется. Вот, допустим, если я слышу трек Марка, да, любой, ну, Маркула, вот. Которого я считаю, ну, крутым исполнителем, и это, наверное, мой любимый исполнитель. Я вот слышу, меня цепляет любая нотка. Любая строчка. Здесь мне не за что зацепиться было в этом треке. Но звучит, безусловно, это классно. Это качало. Вот. Вот так могу сказать. Следующий трек могу пнуть это. Вебка. Вроде нормально. Давайте слушать. Fit I6-1. Let's go. Ну, кстати, я зеркаламба поставил, наверное, восьмерочку. Вот так вот. 8. Да, блядь. Люди хотят быть со мной рядом, делать то, что скажут. Влад повадки, змеи, капли яда. В сторону меня из склада клэм плеяда. Знания спрятал, джой шипит, не капли яда. Рэп игрушка, как пиньята. Пул под зад и взял, что надо. Я могу пнуть это, да, я могу это пнуть. Это мой путь, о, да. Скорость пули, курим птуть. Я могу пнуть это, да, я могу пнуть это. Да, я могу пнуть это, да, я могу пнуть это. Фу, я несу, кидаю свои сиськи. Так, чтобы меня не заебывали, надо кое-что сделать. Делаем вот так вот и растягиваем. Так, я надеюсь, вот так вот нормально будет. Знаешь, тупо все равно. Это прикол или понт. Похуй, просто дай мне то. Разрываю связь с людьми один с другим. Не еб мозги, со мной пацаны. Мне цены, курим косяк на путь весны. Тут бахте джонча, твой носки. Исак бежит соком во все стороны. Джон, пули висок, тренирую инстинкт. Я так высок, уклонский стиль. Заряжаю бланды, мы нахпанты. Со мной кенты, уличные коты. Мы роняем куски, гоняю до дыр. Да мы курим кусты, лидерин как пыль. Люди хотят быть со мной рядом. Делать то, что скажет Влад. Повадки, змеи, не капли яда. В сторону меня из склада клэм. Знания спрятал, джой шипит, не капли яда. Рэп игрушка, как пиньята. Пул под зад и взял, что надо. Я могу пнуть это, да, я могу это пнуть. Это мой путь, о, да. Скорость пули, курим птуть. Я могу пнуть это, да, я могу пнуть это. Да, я могу пнуть это. Да, я могу пнуть это. Я солю, like a you, like a I'm a real, yo. Кабелю весь мой сайт, открой, запоминай. Блин, Флат техничный пиздец. Только это немного как-то однотипно по мне звучит. Опять, ну...
Этот трек мне больше вроде понравился. Ну, его куплет, чем в «Зеркалах». Бля, это классно, но вот почему-то меня это не цепляет. Вот второй релиз подряд меня не цепляет музыка Гонфлада. То, что был в прошлый раз, я уже забыл, как он назывался, что-то там, панические атаки какие-то, одинокие там, что-то там. Вот я... Салам алейкум, блядь. Да иди нахуй. Блядь. Вначале мне ВК пишут, теперь эта хуйня вылезает. Охуенно. Так вот. Меня не цепляет эта музыка, но это очень классно, технично и по тексту хорошо. Вот так это. Я не знаю, почему так работает. Звонит 6-1, да, это доставка своего вау. Это Asics One, когда посмотрел на небо. Плыл это, плыл это, плыл это, плыл это, плыл это. Мэгги Мару, это тул, это хок, это мул, это лоб, это вуз. Это курим, и тут это кул, вау. Вырываю головой слайд, могу так сказать. Оторвал бэнк из бэнк-бэнк. Айсю, стал мой новый день без потерь. Всегда готов мнуть бездельник. Не мой best friend, уважаю стремление к высоте. Поэтому пну тебя прольща посильнее. Взрослые и дети, ведь я трули мейн. Сыну маминой подруги, что так рано поумнел. Бам, вечно свеж, молодой, стал еще сильнее. Днял это дерьмо косой, он стол подогревает. Люди хотят быть за мной рядом, делать то, что скажет. Влад повадки, змеи, капли яда в сторону меня. Из склада глэмпли яда, знания спрятал. Джой шипит, не капли яда, рэп игрушка, как пиньята. Пул под зад и взял, что надо. Я могу пнуть это, да, я могу это пнуть. Это мой путь, о, да, скорость пули, курим птуть. Я могу пнуть это, да я могу пнуть это, да я могу пнуть это, да я могу пнуть это. Ну, опять трек на уровне, я бы поставил тоже восьмерочку. Восьмерочку. Но опять, сука, не цепляет, не знаю. Ладно, давайте слушать I Can Kick It. Feed BBNOs. Я не знаю, кто это. Но окей. Это Provich Touch, А, это типа английская версия пнуть, это окей. Люди хотят быть со мной рядом, делать то, что скажет. Влад повадки, змей, не капли. О, да, скоро 300 километров бега, это марафон. На бегу, на дерьмо, курю минут, но кило, жалов ядрит, мне то. Разрываю связь людей один с другим, не еб мозги со мной, пацаны, мне цены курю. Непонятный мув делать фит с иностранцем, при этом брать куплет, короче, в пизду. Следующий трек «Воздушный змей» Таня Текис. Фиток. Окей. Высоко, как мой воздушный змей. Взрываем пальмы, роли Джо в одно касание. Знаешь, ты такая зая, что мой голос даже замер. Еду через город тайно, у меня задание. Расскажу тремя словами, не вдаваясь в детали, как мы летаем. Я роняю маски крысы, лиц, лиц вниз. Мисты вне беседы, если в голове свист. Гон-флан, облизываю план. Я не слышу хэт, ведь это для моих ребят. Для басы котов и дорогих тигрит, все это фон. Не жалею бедолов, мой флот кладет и в саркофаг. Лади-дади, роллеру на кровати. Отпечатки на моей душе, как пятна скатерти. Влад валит нормально, даже в ушатный ладья. Даю жару, а кнопка, и тебе стоит нажать ее. Курю TNT, и ты слышишь этот стиль. G-O-N и F-L-U-T-T. Я высоко в руках, мой воздушный змей. Блин, мне нравится, как Влад стелит. Вот этот трек даже, возможно, зацепил. Прикольно. Кстати, возможно, меня не цепляет, потому что с первого раза у меня бывает такое, что, ну вот,
Не зайдет, потом переслушаю, заебись. Но в плане музыки, техники и текста это высшая работа. Ну вот, вообще все это. Йогурту цвет не повисит за окно. Запоминай свой самый сладкий полет. Я высоков, как мой воздушный змей. Мне понравился здесь куплет Гонфлада, прям, ну, заебись сделал. Ну, вот это все 8, потому что вот прям с первого раза я пока что не нашел трек, который меня бы зацепил. Чтобы вот прям я послушал, так, блядь, это разрыв. Давайте делать это, блядь, делать. Слушать трек «Вкус яда», и тогда мы еще послушаем «Алмаз сознания» с Томасом Разом. Потому что, ну, вот этот трек, это типа на английском вот этот. Вкус яда, так сладок, мир пластик, досада. Остался осадок, хоть выпил все салпан. Ранит взглядом, не пробуй, не надо. Без струны, с натягом, на шее бродяги. Прошу в записках мысли, вдруг и кто-нибудь найдет. Это же как ледник успех, кинуть бокал или лед. Свидание с тенью, сожаление меня дома ждет. Ведь даже в вашем муравейнике я одинок. Дели бесто сквозь запад на восток. Смывая выше облаков, найди хоть там огонь. Я слышу, для меня поет хрустальный небосвод. И вижу, будто сон твой полет и исход. Расти, процветай, будет нелегко местами. Воля стерженями стали, разлетайся лепестками. Блин, это интересно звучит, прикольно. Моими глазами дай надежду, подай знак. Собрав все силы в кулак, я поборол свой страх. Плакали маслом иконы, вышел из комы на поиск искомого. Кто-то погоня за опытом, кто-то погоня за долларом. Я не люблю людей с гонором, что затяни, курю мегатон. От этих песняет голодом, скажи, пока звонит колокол. И в полуночных откровениях, без собеседника сжигаю остатки всех сожалений. Мне одиночество навеяло сладострастный напиток с примесью яда, но к сожалению. Вкус яда, так сладок, мир пластик, да. Блин, это классно. Мне вот этот трек цепляет, вот это интересно звучит. Остался осадок, хоть выпил все залпом. Ранить взглядом, не пробуй, не надо. Без струны, с натягом, на шее бродяги. Вкус яда, так сладок, мир пластик, досада. Остался осадок, хоть выпил все залпом. Ранить взглядом, не пробуй, не надо. Без струны, с натягом, на шее бродяги. Блин, вот это классный трек, я бы девяточку ему поставил. Блять, вебка в расфокус пошла, ебаный рот. Все, последний трек в этой части. Поставите 200 лайков, выйдет вторая часть. И там еще реакция будет на альбом Бульвара Депо. Ждите. Сорджевый массу уже на вилке. Вращай планету и делай пилки. Вечность и классика с галпастинки. В Миссисипи дую с Биби Кингом. Алмаз сознания, чиз, кристалл души не дает подать низ. Вибрации потока с нулей единиц. Эти чатки глаз до незримых границ. Разум абсолютно тело невесомо. Этот стиль особо, передай косово. Покидаю зону, дым и шелка, сотка танец. На воде внутри прозрачный колбы.
Туман рисует узор, время вылезает из утроб, раздвигает горизонт, виду охоту на об. Вход в пещеру тайных знаний закрыт камнем. Как же попасть в нее? Ключ закрыт во мне. Сатарит цветы, ответ на вопрос найдем внутри. Невидимка может засиять, и это ты. Я сияю весь, я сияю весь. Думал, ничего не стою, почему же все здесь? Я сияю весь, я сияю весь. Новый день останется, принеся с собой благую весть. Я сияю весь, детка, я сияю весь. Выбрался из шахты, чтобы миру подарить свой свет. Я сияю весь. Я смотрю в опалы, вижу духов предков. Но по чесноку мы стали видеться так редко. Становлюсь больше похожим я на человека. А наоборот грустно то, что не видишь это. Эти моменты чистые, воспоминания цветы. Вдыхаю их как дым, хоть еще тот аллергик. Я нашел тебя в воле синих кристалла. Я принес тебя домой, и как-то легче стало. Я раздел тебя, как огранил алмазы. Поэтому бриллиантом засияла. Сияйся, сияйся. Я сияю весь, думал, ничего не стою, почему же все здесь? По-моему, этот трек вообще должен был к Томасу Мразу на альбом идти, потому что у него что-то, ну, почти весь трек он. Гонфлат вначале исполнил, не знаю, припев это было или что это. И потом куплет, и вот опять, ну, продолжает Мраз, ну, типа... Я сияю весь, новый день останется, ну, принеся с собой благую весть. Я сияю весь, детка, я сияю весь. Выбрался из шахты, чтобы миру подарить свой свет. Я сияю весь. Не знаю, этот трек вообще не зацепил. Этот трек мне понравился, я бы поставил ему 6 из 10 где-то. Вот это точно не мое. Пока что мне вот запомнилось прям конкретно «Вкус яда» прикольный трек весь. Здесь куплет у Гонфлада неплохой. Тут по технике и по тексту в целом неплохо. В общем... Напишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. 200 лайков, выйдет вторая часть. Чтобы не пропустить ее, нажимайте на колокольчик, заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети, подписывайтесь на них, Инстаграм, фоточки полайкайте, подпишитесь, мне будет приятно. В друзья ВК добавляю всех, ну и паблик ВК, там мое творчество, можете подписываться. Ну а с вами был Мастхэд, спасибо, что смотрели, всем удачи и всем пока.